Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр. Сегодня такой солнечный день, хорошее настроение. И я снимаю электропилу для вас, делаю обзор фирмы Гёртнер. Начала поставляться в Украину плюс-минус с 2015 года, когда фирма Зенит начала расширять свои бренды. В том же числе и вышла фирма Tecman. Вот в среднем лет 6-7 они уже поглощают рынок Украины своим недорогим, но более-менее нормальным инструментом. И я начинаю снимать эти все пилы для вас, чтобы вы видели, поскольку на них обзоров нету. На данном обзоре, именно в этом видео, оно посвящено этой пиле. Фирма Гёртнер, модель KSE-2605. Пила идет с боковым мотором, с боковым бесключевым натяжителем цепи мощностью 2,6 киловатта, длиной шины 40 сантиметров. В принципе, неплохие показатели для домашнего применения, то есть не для профессионального. Давайте будем распаковывать и смотреть. Коробка идет небольшая, Г-образная, как раз под продольный, не под продольный, а под боковой двигатель. Вес этой пилы составляет 5,4 килограмма, я думаю, это в сухом виде, плюс еще грамм 300, вы миллилитров, точнее, заливаете масло. В целом будет она до 6 килограмм. Ну что тогда, погнали распаковывать. Итак, открываем мы эту коробочку, и что мы здесь можем наблюдать? Цепочек на 57 звеньев, стандартный, китайский. В очередной раз я повторяю, что я рекомендую с приобретением этой пилы сразу купить вам фирменный цепок торговой марки Штиль, Камбер, Хоригон. Они будут более качественные, вам они понравятся в работе. Чехол 16-дюймовый, толстый, в принципе, опять же, качество их нормальное. Не самое такое плохое, что бывает. Шина 16-дюймовая, гёртнеровская, покрашена черный цвет, с салатовыми вставками, надписью. Выглядит, в принципе, весело. Да и сам салатовый цвет, ребята, как бы такой он весенний, цвет травы. Знаете, как весной, вот летом душа рвется, хочется работать, такие позитивные эмоции. И вот у меня эта пила вызывает такие позитивные эмоции. Ну и сам этот бренд, именно этот салатовый цвет. Также мы можем здесь на шине увидеть боковой натяжитель. Вот такой вот ролик, он прикручивается к шине. При замене шины просто ролик перекрутится на другую новую шину, если с этой что-то случается. По поводу шага цепи, повторю, шаг 3 восьмых, толщина паза цепи, либо шины 1,3 мм, 57 звеньев. Сороковка, шина во плоти. Видим здесь гарантийный талон, уже здесь опять же серийный номер. Гарантия официальная 2 года. Есть руководство по эксплуатации на украинском языке. Это инструменты сертифицированы с двухлетней гарантией по всей Украине. Наш канал является официальным продавцом, дилером торговой марки Tecman, Zenit, Gertner в Украине. Мы даем 2 года официальной гарантии. Ну и соответственно брошюра с сервисными центрами. Киев, в общем, все большие города. Все здесь указано. Адреса и номера телефонов. Ну и напоследок, то, что коробка уже пустая. И смотри, в ней больше ничего не лежит. Смотрим пилу. Пила, ребята, веселенькая. Такая форма ручек. Оно как-то плюс-минус противовес берет, и она так хорошо лежит в руках. Качество изделия нормальное, среднестатистическое по Китаю. Шнурок идет сантиметров 20, такой резиновой оплетки, ну, опять же, с вилкой. Соответственно, пластик, дальше мы переходим. Все зазор в зазор, нет этих соплей, шовчик ровный, смотрите, что нету этих всех, как говорится, переходов неровных. Нормально. За свои деньги она хорошая.
ну, в плане пластика, дальше мы будем проверять. Смотрим здесь, с этой стороны есть опять же блокиратор курка газа, блокиратор газ. Все работает с таким вот, можно сказать, жестким щелчком. Ну, я не сказал, что он такой противный, он, наоборот, какой приятный, и, ну, кнопка работает хорошо, не расхлебанная, вот, вот это вот я хотел сказать. С этой стороны далее мы можем наблюдать масляный бачок емкостью 350 миллилитров, шкала уровня масла, минимальный, максимальный, ну и, соответственно, заливная горловина этой пилы желтого цвета с таким вот лепестком для того, чтобы пробка не выпадала. Идет уплотнительная резинка пробки, ну и сам бачок. В бачке стоит фильтрующий элемент внутри, его, наверное, ну, камера не покажет. Всовываем обратно пробку и дальше начинаем смотреть. Так, опять же, боковой двигатель. Некоторые утверждают, что боковые моторы более практичные, чем продольные, поскольку прямо с мотора выходит приводная звездочка, нет этой промежуточной звезды. Здесь мы можем увидеть на двигателе бренд Гёрнер, модель KSE-2605, серийный номер и дата выпуска этой пилы. Дублирующая наклейка, тоже модельный ряд, фирма, все ее параметры. Очень удобно сделали. Человек не ищет, не смотрит, а взял, посмотрел, ага, нужна такая-то цепь с таким-то шагом. В принципе, больше здесь нечего менять. Ну, соответственно, и звездочка. Можно снимать как образец. Тормоз цепи действующий, он включается, это не муляж. То есть, соответственно, при нажатии клавиши этой, цепка останавливается, и пилка отключается. Далее мы видим металлический упор, прикрученный в корпус, и саму боковую крышку. Это боковая крышка, комбинированная, она служит как и гайка, как и натяжка цепи. Гайка в нашем случае это желтый ролик, черный ролик это по натяжке цепи, который взаимодействует с натяжителем цепи, который прикручен на шину. Корпус блок полностью пластиковый, металлический упор со всеми канавками, прикрученный вот сюда, и он идет цельный, это цельная пластина. Одна шпилька в корпусе впаянная, ну и, соответственно, стандартная ведущая звездочка, похожа на макитовскую, которая крепится стопорным кольцом к валу. Соответственно, вот у них идет улавливатель цепи, ну и сам натяжной механизм. Давайте тогда попробуем собрать и посмотреть, как эта пила будет выглядеть в сборе. Уже визуально она мне очень нравится, импонирует мне. Вообще фирма Гёртнер Зенит Текман делает свои инструменты комфортными, яркими, запоминающимися. В плане есть такие инструменты, которые ты берешь в руки, тебя от них отвращает, и ты их не хочешь покупать себе. В этом случае здесь наоборот. Ты видишь эту фирму, видишь этот подход ихний. Так, вставляем цепочку сюда, звездочку. Вам нужно отогнать натяжитель цепи. Так, попали мы шпилькой сюда в натяжитель и одели цепочку. И теперь, как мне очень нравится, боковым натяжителем вы подогнали цепь, чтобы она не спадала. И одеваем боковую крышку. Этим лепестком нужно попасть в этот паз. Попали, и теперь гайкой наживляем боковую крышку. В принципе, цепочку я уже натянул, то есть мы ее просто зажимаем. Вот такая вот пила в сборе. Немножко припачкали, потому что делали упор на землю, но визуально нормальная, красивая пила. Все стоит четко, в пазы. Жалко, что нету генератора, чтобы их протестировать, но все же. Так что, ребята, вот такая вот пила 2,6 кВт, 40-й шиной, с инертным тормозом цепи, с автоматической подачей масла, боковым натяжителем, с быстрым да, натяжителем, без ключевой у него доступ. Вы все делаете руками, больше и меньше, и зажимаете. В принципе, такая вот пила, недорогая, но качественная. Вы можете купить ее у нас на канале, либо на нашем сайте садоводкиев.com.ua. Либо позвоните по номеру телефона 093-748-0635, и я вас к
качественно проконсультирую, объясню все плюсы, все минусы, и сможем вам ее отправить. И предоставить же, конечно же, 2 года официальной гарантии и хорошую скидочку на эти инструменты. Спасибо за ваше внимание, за вашу поддержку. До новых встреч. Пока-пока.